Сергиево-Посадском округе продолжается ремонт дорог и придорожной инфраструктуры. В частности, приводят в порядок тротуары. Так, по поручению главы округа Дмитрия Акулова, заканчивают ремонт тротуара у дома номер 218 по проспекту Красной Армии, что особенно актуально в преддверии 1 сентября, так как тротуар ведет к 21-й школе, а значит, пешеходный трафик только возрастет с началом учебного года. Ремонт ведется за муниципальные деньги. За качеством исполнения работ следит администрация округа. В случае недочетов подрядчик обязан будет за свой счет нести исправление.